Здравствуйте, уважаемые коллеги, коллеги-стоматологи и ассистенты стоматологов. Я рада вас приветствовать. Меня зовут Ерофеева Елена Георгиевна. Вот мы на долгожданных каникулах, карантинных каникулах. Я уверена, что все мы будем соблюдать меры самоизоляции и находиться дома во весь этот карантинный период. Я уверена, что все спланировали эти дни и запланировали сделать что-то интересное для себя, для семьи, пообщаться с детьми, испечь долгожданный любимый торт, почитать книгу или посмотреть сериал. Я вам предлагаю поучаствовать в нашем вебинаре. Вебинаре по обучению ассистента-стоматолога. Все мы когда-то вернемся к работе, рано или поздно. Это зависит от нас, от того, как мы будем соблюдать карантинные меры. Меры самоизоляции. Я бы хотела, чтобы вы вернулись к работе с маленьким запасом, с багажом знаний. Надеюсь, новых знаний. Мы проводим вебинар по обучению ассистента-стоматолога. На этом вебинаре мы поговорим о противоэпидемических мероприятиях, актуальных в нашей стране и очень актуальных для стоматологов, о работе стоматолога во время эпидемии гриппа, какие меры надо принимать, как обезопасить себя и как обезопасить пациента. Это актуальная тема. А дальше мы поговорим о работе ассистента, врача и пациента, о их взаимодействии, об особенностях работы ассистента и чем отличается работа ассистента от медицинской сестры. Ведь работая на должности ассистента, выполнять можно разные обязанности, и расценить работу можно по-разному. То есть, или это будет работа медсестры, или это будет работа полноценного ассистента. Это будет вводный вебинар по работе ассистента. Мы разберем цели и задачи, особенности работы ассистента. Я надеюсь, вам будет интересен этот вебинар, и мы запустим целый цикл вебинаров по обучению ассистента-стоматолога. Полный курс по обучению стоматологов, мой авторский, и два курса. Это обучение ассистента-стоматолога с нуля и обучение стоматолога от А до Я мы проводим в учебном центре Мегастом. Ближайший курс состоится 20 апреля. Я буду рада вас видеть вживую, но пока у нас в стране такая сложная эпидемическая ситуация, я буду рада вас видеть онлайн на нашем вебинаре. До встречи!